Друзья, всем привет! Несколько слов про нормировку гортензии летом. Перед вами сорт Summer Love. Если у вас есть такие же гортензии, которые не обрезаны, не сформированы, у меня это сознательно, потому что мне нужны черенки. То есть сформировала только две ветки на цветение. Вот эту обрезала и вот эту. Здесь не проснулись почки по каким-то причинам. Ну, возвратные заморозки, подмерзла. А здесь проснулись веточки. Она идет наружу, меня это полностью устраивает. Внутрь на этом ветке, на этом побеге ничего не, на этой ветке ничего не растет. А вот на этой растет вот этот побег лишний. Я его выщипаю, прям нажму, и он отпадет. А вот этот оставлю, он растет вверх. То есть я сразу смотрю, как будет в дальнейшем расти ветка. А вот этот растет внутрь. Я его тоже выломаю. Где он? Вот он. Я его здесь выломаю. Потом вот эта ветка, она, конечно, лишняя. На черенке не лишняя, а для красоты она будет мешать. Растет внутрь куста, ее бы следовало вот так. Это полярная мишка, который весной был обрезан на одну-две почки, на две почки. И вот верхние почки еще не проснулись. Могут и не проснуться. От погоды зависит. Но вот щеконус зеленый есть. Вот в нем мне пока все нравится. Все веточки симметрично смотрят вверх. Никто в бок не хочет уйти, никто лечь не хочет. Может быть, вот этот удалю побег, но попозже. То есть вот здесь мне вообще нравится формировка. Ничего мне не хочется здесь убрать. Даже если верхние проснутся, если они не будут криво смотреть, я так и оставлю их. А вот пока вот так вообще идеальная картина. Для меня идеальная. Так, и здесь тоже. Друг другу не мешают, смотрят все вверх. Солнца всем хватает. Тоже отличный вариант. И вот эти тоже все очень гармоничные кустики. Ну, потому что я с них черенок брать не буду, они только на цветение растут. Поэтому я их и не загущаю.